Самые уникальные знаки зодиака, которые выходят победителями в схватке с самой жестокой судьбой. Эти знаки зодиака выживут даже в самых адских условиях. Такой силы духа больше нет ни у кого из зодиакального круга. Стойкость, упорство и несгибаемая воля дают им возможность не сгибаться под ударами судьбы. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала в знак благодарности поставь лайк и подпишись еще на мой телеграм-канал. Ведь там ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Лев. Смотреть на невзгоды с оптимизмом, никогда не опуская при этом руки, способен Лев. Он уверен, что слезами горю не помочь, поэтому, засучив рукава, берется строить свое счастье. Лев ни на секунду не допускает мысли о провале, за какое дело бы он ни брался. Такая железная воля и целеустремленность не дает судьбе сломить Льва. Даже в минуты самых суровых испытаний, Лев идет упорно вперед, не замечая преград и не допуская сомнений в своих силах. Второй знак Дева. Одним из волевых и несгибаемых знаков зодиака астрологи признают Деву. Ее невозможно напугать проблемами и трудностями, они лишь раззадоривают Деву и заставляют выйти победителем в схватке с судьбой. При этом Дева не бросается сломя голову решать сложившуюся негативную ситуацию, она привыкла сначала осознать масштаб трагедии, выстроить безупречный план, а уж затем ринуться в бой. Девы уверены в своих силах, и эта уверенность подкреплена четким осознанием того, что нужно сделать именно в данный момент. И третий знак. Трудно представить себе растерявшегося представителя этого знака. Он всегда найдет выход из самой патовой ситуации. Его подсознание находит решение мгновенно, а интуиция подсказывает, в каком направлении нужно двигаться. Они не ищут легких решений, всю жизнь бросая вызовы судьбе, однако всегда выходят победителями. Именно в этой борьбе представитель этого знака оттачивает свой дух и силу воли, каждый раз доказывая себе и окружающим, что они способны на очень многое. И это Скорпион.